Незаметно пролетел очередной год, и наступил юбилейный год в Русской Православной Церкви, год тысячелетия Успения святого равноапостольного князя Владимира. 28 июля отмечаются обширными торжествами по всей Православной Руси, но в Болгарах этот день особо торжественен, так как празднуется День Ангела нашего дорогого отца Владимира. Отец Владимир – настоящий любящий отец, которого с улыбкой и трепетом всегда встречают прихожане наипаче в день сегодняшний. Хотя день был будничным, с самого утра было видно, что церковь наполняют не только болгарцы, но и многочисленные гости с иных городов. Самыми дальними гостями были паломники из Краснодара. Божественную литургию возглавил отец Владимир, и ему сослужили целый собор священников, которые не могли пропустить случай вместе помолиться пред престолом о ниспослании сил и благодати на нашего духовного наставителя. По сложившейся традиции в храме батюшка молился канонам, равноапостольному князю Владимиру. Песнопения и литургии наполняли сердца всех прихожан особой радостью, благоговением и трепетом, касаясь души каждого присутствующего в храме. Все с особым благодатным чувством участвовали в общем деле, и практически все молящиеся причастились к Христовых тайн, чтобы соединиться воедино. Поздравления от любящих духовных чад продолжили за праздничным столом. Каждый из присутствующих без всякой искусственности желал выразить батюшке слова благодарности и праздничные пожелания, подчеркивая то, чем горит именно его душа. Вы истинно ведете людей к Богу, живым словом, горячим сердцем вашим. И мы сейчас вам скажем вот что. Вы несколько нас поругаете, сейчас скажете опять, ну вот, долго придется мучиться. Но все-таки, тем не менее, мы Господа будем молить о том, чтобы Он не ввалил вам, а благоволил вам. Долгие вам лета. Спасибо вас, Господи. Порой чувства говорили сильнее слов. Слезы выражали горячую любовь, умножая общую радость. Светлого дня, когда волею Божией крестным отцом ты стал для меня. Многое лето, многое лето, многое лето, крестнушка мой. Многое лето, многое лето, многое лето, мой дорогой. В свою очередь, от лица всей духовной паствы хочется от всего сердца поздравить отца Владимира с днем тезименитства. Да пошлет вам Господь молитвами вашего покровителя здоровье телесное и крепость духовную к ревностному прохождению вашего пастырского служения. Желаем стяжать благодать Святого Духа, сохранять молитвенный дух, всегда оставаться примером истинной жизни во Христе. Пусть ваша малая церковь, семья, всегда будь надежным тылом и источником пополнения душевных и телесных сил для прохождения своего пастырского служения. Многое лето! Батюшка по-особому произнес праздничное слово о своем небесном покровителе. Мы сегодня вместе с всеми своими братьями и сестрами во всем мире ныне и в России несущих также
совершаем память нашего духовного отца, нашего крестителя, нашего апостола, князя Владимира. Мы болгарцы, и для нас с вами это имя по-особому дорого. И на то есть не одна и даже не две поле причин. Например, таковая, что когда мы все с вами переживаем значение того величайшего дела, которое совершил наш Креститель, открыв нам двери Царствия Божия, а как следствие, не главное, но как следствие, и весь народ наш, развернув совершенно новую культуру, совершенно особую цивилизацию введя, а вот главное в этой цивилизации то, что здесь земное соприкасается с небесным. И законы Божии должны быть, были законами жизни. И для нас это важно, как для всех, но для нас, болгарцев, повторюсь, по-особому дорого память князя Владимира. Причин мы сказали несколько. Первое. Находясь в духовном уже поиске, князь Владимир, когда переживал внутренний кризис, духовную пустоту ощущая, он начинает искать истину и ответы на своей бессмертной души. Мы с вами это знаем по себе, что это такое. Потому что Писание нам четко говорит, и опыт свидетельствует, что образ Божий внутри каждого из нас с вами есть. Неистребим. Мы все такие разные, не похожи друг на друга, как под копирку, как клоны, как один похожи друг на друга. В том главном, то есть образ и подобие человека. Мы все бессмертны. И не хотим умирать. И хотим не просто жить, а жить по-настоящему. Ищем в жизни настоящий смысл, благородство, цель высокую. По-разному это понимаем, но ищем все это. Мы с вами, будучи образом Божьим, а Бог есть любовь, жаждем любви. Ищем ее, тоскуем по ней. К сожалению, сами себе мешаем на этом пути. И тем не менее, плачем, рвемся, ищем этого святого чувства. И самим отдавать хочется, и быть любимым иными. Мы с вами есть образ Божий, и поэтому для нас естественно думать. А думы ведут к многим выводам. Например, такая дума. Зачем я? Для чего я на этой земле? Просто для того, чтобы меня потом закопали в землю, съели червяки, все забыли, я для этого родился. В этом есть хоть какая-то тень смысла. Или может смысл в том, что страдать, рваться, метаться и закончиться ничем? У нас есть ум, богоподобный дар. И мы не можем им не пользоваться. Вот эти качества, образы Божии, заговорил князь Владимир. Возраст естественный для мужчин. Когда приполовился он дня своих, когда седину уже стали пробивать. И на то были еще и личные причины. Кто знает историю нашей Родины, тот знает, что очень непросто пришел он к трону Киевскому. Там была вражда, интриги и кровь между родными братьями. Детство его особое. Он не был настоящим сыном отца. Эти, кто знает историю. Князь Святослав, отец, вообще-то не был отцом в полном смысле слова. Он был воином, короче. Он воевал, не до детей. А вот Владимир был рожден от рабыни, побочной, полунезаконной. И житие описывает, что еще в детстве его порою так и называли рабынич. Полураб. Сын служанки. Не настоящий князь. То есть мы с вами знаем, из детства какие-то штампы выносим в жизнь потом. Как это нас давит. Вот там все это было. И с братьями так непросто. Потом повторить подвиг своего отца, пройти по Волге, захватить полмира. И тут не все просто. И вот этот внутренний разрыв личности и поиск правды
истинный смысл, цель жизни в нем начал быть. Это, конечно, не была работа одного дня, естественно. Это было время на это нужно, чтобы там созреть, вызреть, выболеть, выстрадать ответ на этот вопрос. И вот в 985 году, то есть за 3 года до крещения, то есть когда этот внутренний процесс шел, когда эта боль резала его изнутри, когда он искал, лихорадочно искал ответы, он, ну, в силу того, что был главой государства, с войсками оказался здесь, на Средней Волге, на том месте, где ты сейчас стоишь. И на копье взял Болгар. Когда он Болгар взял, по совету своего дяди и по своему разумению понял, этих нельзя облагать данью Болгару. Их нельзя превращать в простые дани, которых он назвал лапотниками. Это другой народ, другая цивилизация. И он почувствовал здесь нечто особенное в этом народе. А мы вперед забегая скажем, особенное было. Потом, на многие века вперед, глядя, мы знаем, что миссия апостольское служение Русской Православной Церкви было всегда служением на восток. Болгар под Шункиевым – это восток, начало востока. Сколько раз наши предки лезли на запад, помните? И при Иоанне Ивана Грозном, при Иване Грозном Господе, и при Петре, и дальше. Кусочек кровью страшно отвоевывали на западе, и потом быстро все теряли. Где сейчас западные границы России? Около Смоленска. Все завоевания закончились. Ничем. А восток? Не говорю, дошли до Тихого океана. Ушли за океан в Аляску, Калифорнию, Манчжурию, Корею, Японию, Китай, Тяньшань. Поразительно. И вот князь Владимир, не понимая, но почувствовав эту какую-то особенную глубину, не превратил Булгар в дальних. И как ни странно это, на первый взгляд, с побежденными заключает равносторонний союзный договор, смысл слов которого сохранился, слова сохранились в летописи. Там написано, заключаем вечный мир. И только тогда пусть будет мирная вражда, когда по Волге поплывут камни и начнет тонуть хмель. Эти слова сохранили наши дни. Князь Владимир бессознательно, но пророчески указал путь будущему духовному свету из России на восток. Тут нет врагов, нет дальников, тут только братья, только союзники. И когда через 3 года князь Владимир принял крещение, мы знаем, в Киеве, этому предшествовал его более яркий кризисный пик. И к нему приезжают проповедники. Ну и по-человечески понятно, ну, свою веру перетянуть, такое значимое лицо, главу крупнейшего европейского государства. А с другой стороны, были и искренние движения, но жалко, человек мучается. А ему мучиться, в муке отражается на целом большущем народе, на политике большого государства. И вот из Болгара, вот это вторая причина, почему для нас этот день дорог, из Болгара появляется проповедник ислама в Киеве. И говорит князю об этом. О радости, как он понимал, конечно, ислам, надеясь, что, может быть, в исламе успокоится душа киевского князя, или Кагана, как тогда говорили. Но нет, не успокоилась. Князь принял православие. Принял так, как мог принять только он, великий сын великого отца, великого деда. Византия крестила, и князей и царей крестила, и давала титул крещеным архонт. Это что означает? Вассальный князь. Нет, он-то мог смириться, но свой-то народ поставить на колени. Через крещение-то он сделал, как мог сделать только он. Он пошел походом, взял хлебный город в Крыму, СНС, который Кремль поставлял в Константинополь, и тут же сказал, что надо возвращать назад, при условии, если ему крестик, дадут в жены ему сестру византийского императора, и пришли священнослужители крещения Руси. Забирать назад. Константинополь были рады такому сходу. И уж какой там архонт, какая там вассаль зависимость, сразу на равных. Он сделал так, как сделал, то должен был быть настоящий глава, настоящего сильного государства. Но доброту Булгар не забыл и посылает сюда
к нам, на Среднюю Волгу, проповедник христианства. Как бы тем самым свидетельствовать. Вы хотели помочь мне в духовном поиске. Я успокоился. Хочу поделиться с вами своей радостью и миром теперь. Слава сюда проповедник. Летописи сохранили его имя. Имя его Марк, прозвище философ, он был из Македонии, македонянин. Он здесь проповедовал, Болгар слушал проповедь о Христе, и известно, что на следующий год несколько родов княжеских с семьями приехали в Киев принимать крещение. То есть плод проповеди был. И вот мы видим целых три факта, из которых делал вывод. Память князя Владимира, его жизненный опыт и та земля, на которой мы стоим, связаны между собой. В прошлом нет и в настоящем. Четвертая причина, почему мы сегодня радуемся. Когда в 1988 году наш народ отмечал тысячелетие крещения Руси, совершенное князем Владимиром, началось то, о чем молили и просили до этого годами, чтобы руки безбожной власти разжались на горе церкви. Мы знаем, помним, что было в 88-м. Начинается открытие храмов. У нас здесь на Татарстане три, всего только три. Один из них на том месте, где ступала нога этого великого человека. Здесь, в Болгаре. И в памятником этого для нас мы оставили то, что в церковной традиции может быть. Иконостас, когда пишет, первый ряд выпуск святых, наиболее почитаемых в данной местности. Там справишь. И ноги велик того, кто здесь был, равноапостолу князя Владимира. Он был здесь. И мы из-за его молитвы в год тысячелетия Руси мы не колеблемся это знание. Господь дал и нам радость иметь здесь церковь и быть православными не только по названию, но и по сути. Поразительным является год сегодняшний. Тысячелетие, успение, то есть после смерти князя Владимира. Прошли годы после 88-го, прошлого века. И в этом году мы опять празднуем этот день, и понимаем, что день юбилейный, смотрим еще на одну потрясающую случайность. Храмы открываются, епархии растут. И вот сейчас делают так, чтобы епархии были не номинально формальными. Архиереи там далеко, за морем живут в особняках и ничего ни о ком толком не знают. И сейчас раздробляют и епископ посылают в область небольшие, так чтобы они могли реально видеть нужду церкви и люди иметь реальный доступ к ним. Это произошло у нас в Чистополе кафедра. Долгое время была пустой. И ни раньше, ни позже, в год тысячелетия успения князя Владимира, Бог дает нам епископа, и он собирается приехать в Болгар днями. Мы говорим, люди, работающие в определенных органах, говорят, две случайности называются закономерность. Здесь пять. И мы знаем не случайности, закономерность. Вывод, который делаем мы из всего этого, конкретный, практически, один. Значит, жив он и живо дело его. Значит, его дело, которое он совершил так давно, 10 с лишним веков назад, дает плод, раз мы стоим в православных храмах, раз мы православные и детей наших внук ведем к Христу. Да. То, что сейчас, в юбилейные его годы, начинается открытие храмов, созидание таких больших дел, не есть ли это плод и его молитв за нас, его потомков? У нас сомнений нет. Конечно. Конечно. Но не за наши же добрые дела Бог нас там являет. У кого из нас добрых дел есть? Чуть-чуть. Но не говорит. Мы себя знаем и цену себя знаем. Они, вы маленькие, святые Божии, те блага, в которых мы пребываем. И сегодняшний год, юбилейный год, памяти наша равноапостол Крестителя, тому свидетельству. Поэтому мы можем сказать сегодня словами, немного их меняя, словами одного из любимых старцев в последнее время, в наше время, в нашей церкви, отца Николая с острова Залита. Он говорил так,
какие мы счастливые, что мы православные. Господь любит нас, у нас есть Божья Матерь и святые. Какие мы счастливые, как просто, как доходчиво, как сильно и как полно. Какие мы счастливые. Князь Владимир мучился и искал ответ на запрос души, а мы не мучились. А мы родились в народе, который уже несет в себе ответ на эти вопросы. Кто-то и сейчас в этом мире пребывает, в потемках незнания блуждает, а мы родились там, где расцвет в полноте правды Божией. Кто-то в каких-то даже человеческих скорбях имеет тяжелую боль. А мы знаем, есть у нас Отец Небесный, который всегда видит нас, любит и помогает нам. И рядом с ним, у престола Бог, какой соном наших старших братьев и сестер, святых Божьих. Среди них наш равнопостный князь Владимир, который и в этот день наипаче молится о нас. Сегодня словами канона мы просили его, дабы он у престола Божия молился, наш великий предок, о нас, своих потомках. Мы по крови его, мы по духу его, мы по вере его. Нас с ним связано слишком многое, и мы, не колеблясь, надеемся на силу его молитв. Поэтому поздравляйся с праздником, от всех души, всем и каждому желаю, чтобы милость Божия, безграничная, невыразимая, чистая, святая, всегда пребывала с нами, а залогом тому для нас молитва святых Божия и молитва святого равноапостола Крестителя нашего, память, которую мы сегодня совершаем. С праздником! А сейчас в передаче «Слово Божие о молитве по соглашению». Дорогие братья и сестры, искренне рад приветствовать вас любовью Господа Иисуса Христа. Не раз мы делились с вами настоящей радостью, свидетельствуя, что в молитве по соглашению вместе с Болгаром, с церковью, молятся десятки, сотни тысяч наших братьев и сестер во Христе. Мы говорили так, с нами молятся и не только православные, причем не мы их позвали к молитве, они это выбрали сами, начали совершать свою молитву и, как следствие, делятся тем опытом, который и среди них являет Дух Святой. Мы свидетельствовали, как приходом целиком включаются в молитву по соглашению и в России, и в так называемом ближнем и дальнем зарубежье. Чада Церкви Православной. А вот сегодня хотелось бы поделиться с вами новой радостью, которая без всякого сомнения будет практической радостью для всех нас с вами. А именно, вместе с нами пожелали молиться некоторые из сестер Серафима Дивеевского монастыря. Вместе с нами пожелали молиться еще и в Москве у мощей Блаженной Матроны и в Троице Сергиевой Лавры у мощей преподобного Сергия. Причем эти люди считают необходимым молиться вместе с нами не потому, что у них есть какая-то проблема, с одной единственной целью. Укрепить своей молитвой нас, усилить нашу молитву. Мы с вами знаем, что эту молитву, которую будут совершать эти люди, наши братья и сестры, это их
земная молитва подвигнет к молитве о нас и преподобных, помощи которых эта молитва будет совершаться. И преподобного Серафима, и преподобного Сергия, и блаженную Матрону. Мы с вами, конечно, знаем, что за их молитвы Господь совершал и жизнью отдельного каждого человека, обращающегося к ним, и с целой нашей страной, церковью, с миром. Считаю важным засвидетельствовать, что вместе с нами, именно для того, чтобы поддержать и усилить нашу молитву, с нами изъявили желание молиться некоторые отшельники в Абхазии, в Кавказских горах. Последние, я думаю, для тех, кто знает, что такое молитва таковых, еще больше от этого наполняет сердце радостью. Я убежден, что это свидетельство Господа. Значит, то дело, которое мы с вами совершаем, действительно востребовано свыше. И Дух Святой, вразумляя, содействуя, подвигает новых сомолитвенников. Как на земле, как я уже сказал, Лаври Сергиевой, Дивеева, у блаженной Матроны, на горах Кавказа, так и тех, кто стоит на небесах за молитвой этих молитвенников. Повторюсь, и преподобного Сергия Серафима, и праведной Матроны. Для нас это праздник радости. Мы и так-то знали, что слышим мы Господом. И знаем, как Господь отвечает. А здесь такая сила, укрепляющая нас. Поэтому, сорадуясь вместе со всеми, хотел бы до вас эту радость донести. А вот с точки зрения чисто внешней, технически как бы молитвенной, те, кто пожелает, чтобы его молитва по соглашению была бы усилена, как вот я выразился, или мощей преподобных Сергия или Серафима, у блаженной Матроны, или там, в чистоте отшельнической молитвы на высотах Кавказа, то таковым нужно будет, когда вы совершаете дело включением в общую молитву, когда вы посылаете свое пожертвование, указать, что вы хотели бы, чтобы молитва по соглашению была молитвой с усилением. Вот это слово «с усилением» – это для нас свидетельство, что значит имя, имена, которые вы нам пришлете. Мы их, кроме того, что поминаем здесь в Болгаре, направлять будем и туда, куда вы пожелаете. Именно указать, куда Дивеева, с усилением Дивеева, Лавра, Москва, можно кратко, Кавказ, или во все из этих мест, или в одно, в два из этих мест. Это уж как вы посчитаете для себя возможным и нужным. Как это еще, какие-то подробности технически сделать, это, как всегда, так и сегодня, вас адресуем на сайт «Мой духовный маяк» в раздел «Как включиться в молитву по соглашению заочно». Вся информация там будет. Мне бы хотелось обратиться к тем, кто уже молится и уже переслал Болгар свои имена и уже совершает свой молитвенный труд. И к таковым, не только тем новым, кто входит в этот опыт, и тем, кто уже молится, если вы желаете, чтобы ваша молитва была усилена. Вот такая возможность сейчас есть. При этом, что побудило нас к этому, хотелось бы сказать. Кроме того, что само по себе это явление нас радует.
а еще и то, что среди нас есть таковые, решение проблем которых, очень серьезным является. Очень непросто. Какие-то цели очень большие поставлены. И вот здесь-то действительно помощь молитвенная в таких благодатнейших святых местах. Вместе с такими великими святыми особо нужна. Поэтому еще раз искренне хотелось бы поделиться радостью со всеми открывшейся новой возможности, которая есть свидетельство, а это для нас главное, думается главное, благодатного действия Божьего. Скажем словами пророка: «С нами Бог», и добавим православно, «и святые Его на небе и на земле. Помоги нам всем, милостивый Господи». Дорогие братья и сестры, в этой части видеопередачи представлены живые факты живых людей, которые пережили на себе силу молитвы по соглашению и от избытка чувств, решившие поделиться этим чудом со всем миром, чтобы зажечь всех нуждающихся к этой богоугодной молитве. Мы, семья Павловых, приехали в город Болгар в 2008 году из Ульяновска. Вот. А за год до этого, благодаря молитве по соглашению, наша семья начала быть. Тогда супруга моя приехала в Болгар к батюшке Владимиру на проповедь. И что было дальше, она расскажет. Я приехала к отцу Владимиру первый раз в тяжелой внутренней душевной ситуации. У меня была потеря смысла жизни, не могла, вернее, у меня был его поиск, а то, что было для меня смыслом, для меня потерялось. И вот я послушала проповедь, и потом подошла на общение с батюшкой. Это общение стало для меня откровением, потому что я услышала Господа первый раз в своей жизни. Не человека Господа услышала. И батюшка Владимир мне благословил читать акафист Ангелу-Хранителю. Я тогда не думала, что мне нужна семья или дети. У меня начались какие-то внутренние изменения. Я начала писать. И я решила съездить второй раз к отцу Владимиру. И в эту поездку в Свято-Авраамском храме я познакомилась с отцом Александром, который был тогда еще просто Сашей. Мы простояли службу вместе. Точнее, мы еще не были знакомы. Но я сразу почувствовала почему-то его. И весь день, хотя мы еще не были знакомы, было такое чувство, что мы провели его вместе. В этот день я первый раз исповедовалась. Так как возвращаться надо было поздно ночью в другой город, в Ульяновск, стала спрашивать, кто, откуда. И оказалось, что Александр практически в соседнем доме со мной живет. И поэтому мы, конечно же, разговорились, познакомились. Мы молились в понедельник, 20:30, акафистом Ангелу-Хранителю. Сначала каждый у себя дома до венчания. После венчания вместе. Обязательно. Когда мы первый раз в парке гуляли, была зима, снег. Можно сказать, первыми словами, которые сказал Саша, сказал: «Мне от тебя ничего не надо, только разреши мне быть твоим ангелом-хранителем». И только уже, наверное, спустя год или сколько, я только поняла, что акафист «Ангел-хранитель» я читала, и «Ангел-хранитель» мой прилетел ко мне. Обо всем, о чем кричим, все исполняется по молитвам. Все, что мы сейчас имеем, у нас есть где жить, есть что есть. Господь все устраивает.
если стараться изо всех сил быть с ним, все в жизни устраивает наилучшим образом. Остается только за все благодарить каждый день. Каждый день благодарим за все. За семью, за детей. И вообще те изменения, которые произошли в жизни, во внутренней жизни, все это в первую очередь благодаря подвигу, который несет батюшка Владимир. Мы воочию увидели исполнение Евангелия здесь, в Болгаре. Увидели пастыря, который душу свою полагает за овец своих. Батюшку поздравляем с Днем Ангела очередным. Трудно, на самом деле, подобрать какие-то слова духовному отцу. Можно выразить только благодарность Богу, что Он нам даровал такого духовного отца, как вы, батюшка, который о нас печется. Мы желаем вам вечной жизни, конечно же, вечной радости. Спасибо вас, Господи, за весь ваш труд. Хотелось бы, конечно, батюшке пожелать, чтобы все у него получилось с устроением обители в Балымерах, чтобы эта обитель процветала, чтобы она несла пользу, как задумывалась, чтобы фонд тоже развивался и процветал, чтобы люди не мучились, многие, куда им деть деньги, когда Господь дает, чтобы деньги направлялись именно туда, где они необходимы, спасительны. И для того, кто вкладывает, и для тех, кто нуждается. И, конечно, чтобы множество тех других дел, планов, которые батюшка рождает, чтобы он их и дальше тоже рождал для нас и для этой земли. Давайте молиться, чтобы успели для детей сделать садик детский, православную школу. Может быть, благодаря фонду когда-нибудь у нас построится для детей детский садик, православная школа, чтобы они могли возрастать в Господе всегда. С малых лет, чтобы воспитатели, учителя все были православные и дальше в жизнь выходили уже окрепшими духовно. Меня зовут Татьяна, мы приехали из Ульяновска. В 2011 году мы от знакомых узнали, что в Болгарах есть такой батюшка, который благословляет на молитву по соглашению. У нас очень долгое время не было с мужем детей. Вот, мы сюда приехали, отставили службу, были на беседе у батюшки. Он нас благословил читать по выходным 20:30, по воскресеньям акафист по соглашению «Нечаянная радость». Хотя по медицинским показателям у нас вообще как бы, нам врачи говорят, что у нас детей не будет, но батюшка все равно говорил, читай будут, я постоянно ломал голову, что и как. И вот однажды в 2013 году я по работе попала в детский дом. С благотворительностью мы ездили, я увидела вот этого мальчика. Вот мы собрали документы и его установили. Вот у нас теперь такая радость есть, мы теперь как бы знаем, всей семьей, что Бог рядом, что Он есть, и часто сюда приезжаем. Приехала вместе с ребенком первый раз похвалиться, показать, что у нас в семье такая радость. Все переменилось вообще, и на жизнь как-то по-другому стали смотреть, какой-то смысл появился. Радость какая-то, и постоянно знаешь, что вот, ну, какое-то еще какое-то присутствие, какая-то сила, что теперь всегда вот рядом что-то и всегда помогает. Меня зовут Ксения, я из города Ульяновска. В прошлом году я перенесла тяжелую операцию. И вот уже в течение года, каждый месяц, я приезжаю в Свято-Авраамовскую церковь на духовное лечение. А также по благословению отца Владимира участвую в молитве по соглашению, читаю акафист святому великомученику Пантелеимону Целителю. Я так-то с 2006 года уже в этот храм приезжаю. Сначала были такие житейские проблемы, а потом проблемы со здоровьем.
И вот, слава Богу, я живая, работаю, чувствую себя хорошо, анализы нормальные. И, наверное, все-таки именно вот эта болезнь меня еще более приблизила к Богу. Хочу выразить безмерную благодарность отцу Владимиру, который делает для нас, для грешных людей, очень многое. Дай Бог ему здоровья на многие лета. А также организатору Светлане, которая осуществляет организацию таких необходимых, полезных для всех людей поездок во славу Божию. Дорогие братья и сестры, если у вас есть желание поделиться личным опытом молитвы по соглашению, просим вас присылать на электронную почту ваши письма и видеозаписи, либо приезжайте лично, и мы на месте снимем ваш опыт. Ваше живое слово – наглядный пример всем ищущим выхода из проблем. Это и есть исполнение любви к ближнему и, конечно, свидетельство силы Божией и в наше время. Далее в передаче фрагмент ответов на вопросы в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Целиком слово отца Владимира можно посмотреть на нашем сайте «Мой духовный маяк» в разделе «Видеопроповеди» или на канале YouTube «Духовный маяк». По православным жениться можно в 14-15 лет. Точка. Но это правда. В церковном правилам можно жениться в 14-15 лет. Правильно. Точнее сказать так. Юноша в 15, девушка в 14. И совсем точно говорить по правилам церковным. Вы знаете, что вы, женщины, раньше нас молодеете. Стареете тоже. Это уже мужчина мог порадоваться. Дальше. Но как же так можно сделать реально в жизни, если в нашей мирской жизни это пресекается законом? Скрывать о рождении детей. Ведь есть много случаев, когда у несовершеннолетних закон забирал детей. Вопрос, мне кажется, не только частный, но и шире здесь. Я бы так сказал. Как же можно это сделать, если в нашей мирской жизни это пресекается законом? Каким законом? Человеческим, земным, мирским, государственным. Вот вопрос. Если государственные законы входят в противоречие с законами Божьими, разве у православных христиан есть вопрос, что делать? Опять скажу, простите, много раз фразу говорю. Сегодня память апостолов Петра и Павла. Помните книгу Деяний, когда апостола Петра взяли за проповедь о Христе, привели Синдрион и запретили проповедовать. Он уже начал опять проповедовать. Ему 40 ударов без одного палками по пяткам. Было такое наказание. Выпороли. Он толком стоять не мог на ногах. Что он сделал? Выполз и стал опять проповедовать. На площади. Его опять привела и говорит, ты что? Эй, с тобой что? Тебе что сказали? Мы же запретили тебе проповедовать об этом имени. Вы помните, что ответил апостол Павел? Апостол Петр. Что он сказал? Мужи и братья. Он сказал в Синдрионе, в высшем судебной инстанции Израиля. В высшей религиозной и материальной государственной инстанции Израиля. Он сказал, судите сами, отцы и братья, кого нужно больше слушать? Бога или человеков? Вот ответ в виде вопроса. Кого нужно больше слушать? Бога или человека? Когда законы человечьи, законы государственные, входят в противоречие законам Божьим, у православных нет вопроса, как быть. Мы говорим, для нас закон Божий выше, ибо он вечный. А законы земные, они временны. Сегодня один, завтра другой, взаимосключающие будут выбирать, ставить. Не успеешь под все подделываться. Простите за фразу, нужно быть проституткой, чтобы под каждый закон подстраиваться. Слишком часто их меняют. Нет, для нас есть закон вечный. Для нас он важен, он номер один. А все остальное в той мере, которая не противоречит этому закону Божьему. Раз. Раз. Второе. Если правильно воспитывать детей, с любовью,
и правильно к ним относиться, ну, насколько мы сможем, совершенно никогда не будем, то никто никогда, никакой земной суд современной России не будет квалифицировать брак вот этих, которым сейчас 18, как преступление. Родители, с той стороны, с другой, за. Оба за. В любви и согласии. Все за. Чем здесь преступление? Я знаю такие факты. Пытались и откладывались. Другое дело, что вот отнимали детей, но там было не так, что родили лет 18, а там, что со всех сторон были все согласны и жили именно семейной жизнью, уже в полном смысле слова. Сейчас все будет по-другому. Воровские, поблудили, родили до брака, потом решили жить. Обычно так бывает в миру. Поэтому это не одно и то же. А если вот по-божьему все делать, не будет и повода ни у кого. Вот, например, вот есть в России такой регион, Чечня. Есть такой регион Чечня? Во сколько там девочка замуж подают, знаете? Не да, мы давай. Раз. Но этой девочке уже не 9. А по законам ислама в 9 лет можно девочку дать замуж. Там в 9 выдают. Мухаммед после смерти первой жены Хадиджи, который старше был на 20 лет, кто на себе женил, помните, да? Он тот раз, когда жил после смерти, только позволил себе на при жизни, не давал ему боли растопыриться. Пророк нашелся еще. Вот. А после смерти он сразу взял другую. И это и второй жене было 9. Мы сейчас не даем оценки этим поступкам, хорошо, плохо, но в Чечне сейчас и в 11, 12, 13. Много там кого-то посудили на суде за это. Почему? А там совершается по согласию. И родители невесты за, и жениха, и он, и она. Традиция вековая. Поэтому, мои дорогие, если все правильно делать, то это без проблемы. Вот, прошу прощения, недавно был такой момент. Как бы другая тема, а на самом деле это другая. Я сейчас к ней вернусь, к нашей. Человек мне говорит, батюшка, вот у нас, чем мой сынок, номер какой придумал. Он ведь вас наслушался, меня наслушался, и сказал, он в институте учится, говорит, я женюсь. Вот мы с ней, у нас все хорошо, мы решили, женимся. Был совет у нас. Я в обморок. Но он сразу отпарирует. И все, отец Владимир, он говорил, вы уважаете, а не идите сюда. Уважаем. Ну вот, и уважайте дальше. Будьте жить. Я не говорю, батюшка, как быть-то? Он на первом курсе института только еще. И она там же с ним, на одном курсе. Я говорю, а в чем проблема-то? И тем же даже 18 есть. В чем проблема-то? Он говорит, нет, ну как они женятся? А кто их кормить-то будет, они не работают. Например. Я их спросил, а кто сейчас кормит их? Сейчас кто кормит? А если не женится, кто будет кормить? Ну как кто? Его, мы, а ее родители. Ну так продолжайте в том же духе. Ну так, ну как, делаем, так и делайте. Кормите. Закончите институт, станем будут работать. Вот. А может быть, кто-то из них, например, мужская сторона, дай бог, может не закончит, а на заочный перейдет, будет понять, подрабатывать начнет. Ну тоже приемлемая сторона. Что изменилось-то? Мы порой себя загоняем. Мы настолько законы мира высоко ставим, что даже законы Божьи хотим подчинить им. Мы не христиане. Мы не христиане. У христиан закон Божий на первом месте. Вы почитайте, мартирологи, жития древних мучеников. Их за что убивали? Первых мучеников. Вот Петра, Павла, первых мучеников. Вот вы читали жития? За что их убивали? От них требовали только одно – в дни, определенные дни, подойти к изображению императора и положить на угли несколько зерен ладана. Все. Все. Тем самым воздали императору божественной почести. Он назывался Августейший, то есть святой, святейший. В Риме считалось, что императору соответствует, по-разному называли, но типа гений, но как бы некое такое нечто, чего нет у других людей, и что делать его безошибочным, правильно, почему он сможет вести целый народ. Вот этому гению, вот этой его божественной субстанции принести ладан. То есть засвидетельство. Я считаю, что он не просто человек, не рядовый человек. Император, поэтому полубог.
А христиане отказывались. Ну, что же, подошел, да бросил бы несколько зерен ладана. А в душе сказал, да плюнь я на тебе. Ну, какой ты полубог? Смеялся в душе. Нет. Что делали? Отказывались. Их за это убивали. Ну, из-за этого, только кусочек ладана, плюнуть бы, да ладно, уж пусть подавится. Нет. Шли на смерть. Почему? Их никто не заставлял отрекаться от Христа, кстати. Никто не заставлял отрекаться от Христа. В Римской империи было язычество. А язычество – это вот как много богов. И Христос – Бог, и Митра – Бог, и Зевс – Бог. Ты и Христу поклонишься, ну и кланяйся, ну и нашим богам поклонись. Хуже не будет. Все будут нас любить, все боги будут, все будут помогать империи. И Христос, и Юпитер, и Митра, и все, и Осирис. Милое дело, как? У вас один бог, ну, как несчастно, а у нас, видишь, там штук стоит, и все помогают. Прекрасно же. 100 родственников на небесах, все сильные. Чудо. Ну, а они шли на смерть. Христиане. Почему? Первый заповедь. Я Господь Бог твой. Да не будут тебе иные, кроме меня, никогда. Не поклонись, не послужи. И выполняли закон Бога. Заповедь номер один, статья номер один. И выполняли. И родни шли на смерть. И ныне видим великих святых. Вот здесь таких имен много на иконах. Пантелеймон, великомученик. Знаете такое? Все. А он за это страдал? Более позднее время, немножко по-другому было, а вот особенно римской эпохи, да, которая. Так вот, мы, Варвара, Екатерина, знаем, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, вот эти имена. Так вот, мои дорогие, поэтому мне хотелось бы очень четко сказать там, мы можем уподобиться кому-то, но только не первым мученикам, но только не апостолам. Если законы человечьи будем ставить, выше закону Божьего. Это не значит, что мы игнорируем человечьи законы. Никогда. Никогда себе это не позволяем. В Библии что написано? Воздайте каждому должное. Кому дань – дань. Честь – честь. Страх – страх. Оброк – оброк. Каждому воздайте должное. Бога бойтесь, царя чтите. Написано? Написано. Но только тогда, когда законы человечьи не противоречат законам Божьим. Только тогда. Вот, например, государство сейчас. Вот я сейчас, например, уеду, буду жить, ну, не знаю где. В Америке, в Испании, в Англии, да. Там есть закон однополых браков. Есть. Как я буду к этому относиться? Ну, узаконили, беззаконие. Ну, если мой сын или дочь скажет, и я хочу так жить, я в ужасе буду кровавыми слезами исходить, и говорить, сынок, да ты что, скоты так не живут? И неужели ты ниже скотины себя опустишь? Конечно. Конечно. Поэтому, мои дорогие, мы никого не осуждаем и ни от кого ничего не требуем. Мы требуем от себя. Мы должны, познавши Господа, жить по Его законам. Его законы, по сути, выше всех законов любых других. Является ли нарушением девятой заповеди? А кто знает девятую заповедь, как звучит? Ну, Вань точно знает. И это уже односложно. Мужчин знают. Так, девятая? Благодарю вас. Ну, значит, предыдущий вопрос, который я так долго говорил, на самом деле не существует. Как законы Божьи не опустить на закон человечества? Легко. Можем тянуть. Мы Божьих не знаем. Мы не знаем Божьих. Законы Божьи нужно ждать, мои родные, обязательно. Не принеси на ближнего твоего свидетельство ложно. То есть про ближнего лжи не говори. Девятый заповедь. Является нарушением этой заповеди, если человек молчит, скрывая правду, но при этом и не лжесвидетельствует. Я видел, как он украл. Меня спрашивают, это он украл? Я не вру. И говорить не вру. Молчу все. Грех это не грех. Казалось бы, вот такой вопрос. Но только это вопрос из раздела того, что все нужно делать с рассуждением. Убивать. Заповедь Бога говорит, не убивай. А на войну благословляют. Оружие благословляют, знамена благословляют. С иконами идут. Куда идут? Убивать. Ну, убивать война. Сказано, не убивай. А вот так сейчас святых перечисляли. Георгий Победоносец. Ну, из комсомола генерал. Главнокомандующий. Недавно трех святых причислили. Действительно видели в святости? Феодор Ушаков. Адмирал. Ну.
Любое действие может грехом, и любое может быть добродетелем от ситуации. Поэтому, если, например, мы видим, человек совершил грех, но он раскаивается, понимает, что должен и хочет исправиться, покрыть молчанием спасительно. Или, например, другой момент. Ко мне приходит мужчина и говорит: знаешь мою жену? Видел, как она с тем-то была? А себя видел. А себя действительно видел. Но я понимаю, что он такой сейчас, он сейчас психуется, он ее убьет. Правильно будет, я себе скажу? И вместо зла еще и смерть, и он в тюрьму сядет. С рассуждением. Все с рассуждением. А что правильно рассуждать? Что нужно? Любовь. Если люблю, смогу правильно рассудить. Смогу и промолчать спасительно, и сказать спасительно. Любовь. Вопрос частный, но хороший. Является ли грехом изготовление домашнего вина для себя? А как насчет вина, самогона, спиртных настоек? Грешно их производить, употреблять? Совершенно верно. В Священном Писании сказано, вино веселит сердце человека. Только не упивайся вином. Поэтому и вино делать, и употреблять его, греха нет. И это, вот как о чем говорили, это в России был принят не Божий человеческий закон, чтобы спиртное производило государство. Было государство монополии, государство на этом наживалось бы. И государство спаивало народ, чтобы пополнять казну. В наше время это уже монополию государства отдали в частные руки. Сейчас поэтому грехом является покупать спиртное в магазинах. Потому что там что продают? От чего клопы дохнут, если побрызгать. Вот. А делать свое вино нигде не скажут, что это грех. Виноград Господь дал для вина. Поэтому делать спиртное нет греха. И употреблять нет греха. И угощать, и продать греха нет. Но только если, например, если ко мне пришел сосед, весь несется, и он там терроризирует всю семью свою, которую уже день загули, я ему налью даже бесплатно за деньги. Вот погрешу. Даже купленного погрешу. А если, например, ко мне пришли гости, и мы домашнюю сделали, свой чистую, хорошую, да, дай Бог, вот такое, некрепкое, чтобы только сердце повеселить. Какой же в этом грех? По Библии никакого греха нет. Поэтому нет греха. Хотя маленькую оговорку скажу. В Библии словом «вино» называется не все то, что мы обычно этим словом называем. Вином в Библии называется то, что от ягод. Мы сейчас называем настойка. А вот есть еще понятие секера. Секера – это то, что перегоняют. Водка, коньяк, самогон перегоняют. Вот это в Библии называется словом «скверна». Для информации. Например, кто читал житие Иоанна Крестителя, или в Библии описано житие пророка Самуила, его матери, пророчицы Анны, то и та, и другая, зачав, дали обет секеру не брать в уста, ибо это, и сказал, что ничего скверного в мои уста не войдет, узнав, что они понесли особого ребенка. Дорогие братья и сестры, если вы в тяжелой ситуации или у вас проблемы и пожелали с помощью Божией решить их через данную Господом соборную молитву по соглашению, то вам необходимо написать ваш личный вопрос на сайте «Мой духовный маяк» в разделе «Передачи», нажав на панель, расположенную внизу, «Форма для личных вопросов». Благословение вы получите в ближайшее время в зависимости от количества вопросов.